Проведение таких профилактических и контрольных мероприятий, как фильтр, доказывают свою необходимость. За один такой рейд сотрудники госавтоинспекции выявляют более 100 нарушений ПДД, большая часть из которых грубая. В ходе этой операции нарушители тоже нашлись. 30-летний водитель Анатолий Симонович двигался из Бреста в другой город, однако документы с собой взять не посчитал нужным. Документы первый раз забывать или вообще кружится? Первый раз, потому что еду не на своей машине и так получилось, а так всегда беру с собой. Часто ли превышаете скорость? Редко. Редко, но превышаете? Раз в год, наверное. Вы знаете, что это чревато последствиями? Знаю. Знает, но не соблюдает правила и другой водитель такси Сергей. Не пристегнулся, забыл. Оправдание едва ли тянет на серьезный аргумент. Привычка с города. И что? Невнимательность. Это первое ваше нарушение? Где-то да. А если честно? Практически. Проигнорировал, понес ответственность. К слову, не пристегнутых ремнем безопасности водителей было остановлено немало. С начала текущего года на территории Брестской области к административной ответственности за превышение скоростных режимов привлечены 4305 водителей. В целях предупреждения дорожно-транспортного травматизма, недопущения фактов управления транспортными средствами нетрезвыми водителями, а также лицами, которые не имеют права управления, предупреждения и пресечения нарушений правил дорожного движения, которые являются основными причинами совершения ДТП, на территориях Брестского, Барановичского, Кобринского, Лунинецкого районов сотрудники госавтоинспекции проведут специальные профилактические мероприятия под условным названием «фильтр». Водительский экзамен фильтра полностью прошли ответственные участники дорожного движения. Людмила, водитель с большим стажем, знает, чем чревато превышение скорости. Это можно навредить вообще, в первую очередь, не только себе, но и другим, которые едут в машине, вот, как бы встречной также. Либо пешеходы страдают в основном, как бы очень нужно быть внимательным. Соблюдение скорости – гарантия безопасности на дороге. И скоростной режим всегда соблюдаем. Но на мосту, когда 50, всегда щелкает. И там, на Кобринском, тоже всегда щелкает, когда знак 50, когда есть 60. Мероприятие «Фильтр» в очередной раз подтвердило, что женщины – ответственные и аккуратные водители, вопреки стереотипам. А правила дорожного движения одинаковы и обязательны к исполнению для всех. Их надо соблюдать. На самом деле, знаки же ведь не просто так у нас стоят, висят. Надо просто смотреть, все правильно делать, ехать по правилам, все будет хорошо. Контроль за дорожной обстановкой осуществлялся на транспортных средствах оперативного назначения и без специальной окраски. Сотрудники госавтоинспекции уделили особое внимание и уязвимой категории участников дорожного движения. София Бережная, Владимир Казаков, телерадиокомпания «Брест».